Областной фестиваль спорта для детей с ограниченными возможностями здоровья «Я в мир с надеждой смотрю» прошел в Биробиджане. В соревнованиях приняли участие 8 команд с ребятами в возрасте от 8 до 14 лет. Детям предстояло проявить себя в армрестлинге, дартсе, настольном теннисе, прыжках в длину с места и упражнении на пресс. В конце все закончится эстафетой. Эстафета с элементами баскетбола, с броском мяча в обруч. Ну, получается, в принципе, такое все доступное. Ну, не сказать, что сложное, но, в принципе, деткам придется поработать, постараться. И думаю, что победит сильнейший. В соревнованиях состязались команды со всей автономии. В том числе из Волгеймского дома-интерната, а также Всероссийской организации родителей детей-инвалидов. Они начали участвовать в соревнованиях еще 3 года назад и постоянно показывают хорошие результаты. Мы не только представляем как организацию, но и просто для того, чтобы родители имели возможность общаться друг с другом, узнавать какие-то вещи, которые им, может быть, не удалось узнать из книг или из интернета и так далее. Иногда лучше происходит такое общение вживую. Основная цель подобных мероприятий – социализация, интеграция и адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. Пропаганда здорового образа жизни, а также, возможно, самое главное – демонстрация детям того, что даже в их положении можно вести полноценную жизнь. У нас реализуется государственная программа «Доступная среда» в Еврейской автономной области, которая направлена на реабилитацию, социализацию граждан, имеющих какие-то особенности, в том числе и для детей. И вот в рамках государственной программы Еврейской автономной области у нас проводится несколько спортивных соревнований, творческих, экскурсионные мероприятия. Таким образом создается реабилитационное пространство вокруг каждого ребенка с особыми потребностями. Уже осенью такой же спортивный фестиваль пройдет для взрослых. Это также ежегодные соревнования, собирающие инвалидов со всей автономии. В них участвуют и коллективы от региональных отделений общественных организаций, общества глухих, инвалидов и других. Андрей Кирюшин, Денис Листюхин, Новости 21.